Да сегодня с утра. Сегодня это первый раз в дом попадания. Это очень сильно. Перед окном большое и красное пятно появилось. Так как дым, как молния. Это все отлично. Нет, а сейчас это там я. Мы думали, что уже в наш дом, ну, что в нашу квартиру залетел. Очень мы перепугались. Это ложилось вот там в районе Азотова и по улице.